Дорогие друзья, наша акция называется «Вселенная добра». Вот вы слышите детские голоса, это как раз о детях. Фондом руководит одна из самых красивых женщин планеты Оксана Федорова. Мы запускаем акцию «Космические десерты» в ресторане у дяди Макса. Что такое дядя Макс? Это самый веселый, крутой и добрый детский ресторан, сделанный самим Максимом Фадеевым. И акция «Вселенная добра» – это потрясающая возможность стать участником, просто заказав наш космический десерт. Мы вас ждем у дяди Макса. Приходите, это очень вкусно.